Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и Артур Блэк. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, и мы начинаем кампанию за Джейка и Шерри. Всем привет. Да. Собственно, и Дони, Восточная Европа, 24 декабря это примерно когда по сравнению с... За 6 дней или даже за 5 дней до того, что происходило у Криса и Леона. Итак, Джейк, новый Сын персонаж Вескера. серии. В его крови антитела, позволяющие. Ну, это как лекарство, похоже, какая-то вакцина от одного из вирусов. Или от всех. От Си-вируса, по-моему, только. Шерри Бёркин, дочь Бёркина из второй части, которого убил Вескер во второй части. То есть дети родителей, которые враждовали, будут вынуждены работать вместе. Пафоса не занимать. Это просто офигеть. Опять Эйда. Причем плохая Эйда. Да. Ну, вы, правда, не видели, что это у нас две разные еды. Так до сих пор их. Гадаем. Да. С таким серьезным подходом у Шерри Биркин документы еще показывает. Ну да. Компания за Джейка, насколько я понял, кардинально отличается от компании за Криса и от компании за Леона. За Леона у нас такой хоррор с экшеном, за Криса безумный экшен, а за Джейка это что-то среднее. Так. Так, мы опять грязно вместе. У меня, насколько я знаю, довольно неплохо с рукопашными ударами, поэтому попробую драться пока ими. Что это за место вообще в Восточной Европе? Идония, блин, это... А, мы же тут, слушай, мы же воевали за Криса здесь. Да? В воспоминаниях, когда он потерял. Причем это было, по-моему, сколько там, год назад, что ли? О. Здесь идет страшная война. А, О, он нет, там. нет, это то же самое время. А вот как раз идет эта операция, нет? Да, мы же тут, да, как раз и деремся, считай. Нам же Шерри помогала вместе с Джейком. Понятно все. Так, я жду тебя. Так, давай. Вот так вот пересекаться по нашим делам. Ой-ой-ой, сейчас нас тут за милую душу вместе с остальными. Жим, жим. Я не уверен, что это было нужно. У тебя пушка-то есть хоть? Есть. Но я предпочту пока попробовать руками. Ох, как он их сушит. С рукопашкой у товарища проблем вообще никаких. У него такое ощущение, что она просто дико прокачана. Еще бы. Так, ты там через окно, прям как спецназ. Ой, я упал.
Ты в окно залезал и меня столкнул. Блин, камера. Вот пока что самая серьезная проблема. Ну зачем нам вертолет посмотреть, а? Все, я заблудился. А, вот. Ой. Ничего не понимаю. Ой, все красное. Прыгаем вниз. Я даже титры не успел прочитать. Че мало того, что титры, но... Ой, ты там полетел. Ну нам, а нам вот, куда-то... Сюда, куда? Куда-то нужно идти, но если бы камера стояла чуть поближе, то я бы, наверное, даже понял, куда именно. Два мужика сотрудняют, что с ними делать? Не знаю, я уже упал вниз от взрыва ракеты. Я так слышу, ты там машешь. Ну. То есть мне куда-то вниз надо или что? Да, там будет дыра в полу. Ее я проделал своим бренным телом. Так, спецназеры, не встреваем. Я тут жду тебя. Я куда-то бегу. Ты ко мне приближаешься. 10 метров осталось. Ой, по нам уже шарашит, надо валить. What, are you the Red Cross or something? No, listen, those things that attacked us, they were all exposed to a new virus called the C-virus. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies. Right now, we're racing against a global bioterrorist attack and we needed a vaccine yesterday. We need you. Подожди, так он на их стороне был? И вколол это себе, чтобы как один из них стать там каким-то солдатом супер, что ли? Угу. Или о чем-то с ними дрался? Или он против них дрался, но вколол это, чтобы с ними драться, то есть напротив них? А я думал, вколол это, чтобы просто быть крутым, сильным и с кучей денег. Но он не знал, что на него это не подействует. Да. Понятно. Вроде как все понятно. Ну, как всегда, ничего не понятно, но да. Как и обычно, понятно все станет серии через 5. Более-менее так. Процентов на 50, да. Ну, о. Да. Looks like they're expecting us. We're gonna have to shoot our way out. Agreed. Придется проломаться. У меня вообще есть, у меня есть. Что-то такое. Прикольно, кстати, хат. Здрасте. Я здесь сломал одного придурка. Шломаю. О-о-о. А, это ты ему ударил? Да. До свидания. Блин, прикольно дерется. Паренек что надо машет. Он просто с двух ударов выносит. А, ну ты еще пострелил, поэтому могу ошибаться. Да, сейчас к тебе еще один придет. О, классно. Так, кто там снизу шарашится? Я только хотел его ударить, сверху на меня упал. Так, ну пока что как-то довольно так спокойно все идет. Мы где-то вообще на краю, похоже, не в зоне боевых действий особо. Так, это что? Ой! Улетел. Так, давай тебя подкину. Давай. Пошёл. Хорошо. Так, ты меня подтянуть не должен? Нет, не могу. Смотреть. Что-то надо, очевидно, сделать. Там какие-то звуки, взрывы. Ой, ой. Это... Я прыгнул, и подо мной все проваливается. Ну ты давай там... О, ты там висишь, тебе хана, походу, да?
Нет, нет, смогём. Давай, давай, давай. Но там всё равно дверь, которую тебе нужно открыть вместе со мной, по-моему, нет? Походу, да. Но тут есть ещё какая-то лесенка. Я попробую по ней подняться. Может, я смогу тебе что-нибудь скинуть. О, здесь это. Там лифт какой-то, по-моему. Ой, лифт, говорю, кран. Сейчас увидим. Лови. Или... Мне это ничего не дало пока. Вроде как. Хотя, может быть, мне теперь наверх надо подняться. Попробуй. Да, мне вроде как указывает обратно. Ну, я лестницу скинул, но эта лестница, походу, мне. Не знаю, сейчас разберемся. Пойдешь. Так. А, нет, вот теперь я могу. Все, я прошел. О, да, и тут лестница. Я, может, и раньше мог... Нет, я раньше тут не мог пройти. Ну, все нормально, конечно. Я, кстати, нашел эмблему. Здесь, наверное, да, я на вершине экрана. Угу. Мало ли что, вдруг пригодится. Ух ты, там сзади весь город в огне просто. Да ладно, это еще не в огне. Вот когда Китай показывали, он там вообще был просто... Гиена огненная. Надо. О, тот самый мост. О, мы там же с танком. Да, мы там, по-моему, прямо сейчас и деремся. Идут. Кунг-фу. Ой, в лицо стреляли. Так, он мутировать начал. Так, тихо. Ой, вот зрители, вот скажите, вы видите чуть в этот момент вообще, нет? Такое мельтешение просто. Вообще. Ой, он еще летает. Да-да-да, там улетел один. Еще и дергается по-резкому. Все, готовлен. Ой, пардон. Тебя опять подкинуть надо. Какой тут куда-то, ты сам, видимо, дальше сможешь прыгнуть. Да, он у меня такой прыгучий. Оба. А мы такие-такие. Пар... так, нет. Лови паркурщик, блин. Паркурщик. Ой-ой-ой. Такой звук. Ой, тут вертолет за мной прилетел. Надо бежать. Я не скажу. У меня нет патронов, против меня два мужика. Ой, у меня тут просто кошмар какой-то. И камера постоянно меняет свое положение, мне нужно разные кнопки нажимать, чтобы бежать вперед. У тебя там что происходит? У меня битва с мужиками. А у меня с вертолета. Но тут вертолетчика, по крайней мере, сбили мужики, с которыми ты бьешься. Значит, эти мужики уже не так плохие. Абибасы, наш. Ну да. Так, я пришел к двери. Сейчас ты спрыгнешь сверху и придешь сюда же, похоже. Ой, 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 ой. По мне вертолет стрелял, это плохо. Ты его убиваешь? Он мутирует. Не, какой вертолет? Вертолет улетел уже. А, вон ты стоишь. Я думаю, кто тут дышит сзади меня? О, так, тихо, тихо, тихо. Ну, я даже прицел своего не вижу. Ой, надо. Так, тебе лучше налево повернуть. Да-да-да. Я... Ой, тут слева идут. Ой, да сколько их там, ёлки-палки. Так, возможно, есть подозрение, что мне хана. Но нет, не сейчас. Если что, я же тут шли. Я пинаюсь. Блин, у меня все-таки крови было. Да, блин, вот. Ой, тебе кто? Не знаю, они бы лучше сделали, что тебя очередь убивает, чем вот так вот откидывать надо. Это просто раздражает. Когда бежишь и падаешь. И падаешь, и падаешь. Так, отлично. Мне хана. Практически. Ой, да тут пулеметчик. Просто до хрена, у меня еще патронов нет, нифига. Пытаюсь их убивать, и с них ничего не падает. Ну, нормально, отрубимся. Дронов нет.
А мне патронов вообще почти не дают, мне нужно их всех руками убивать именно. Ну да. Этот пулеметчик меня просто раздражает. Ой, 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 ой. Да у меня то же самое. Я влево отползу. Я такой же, не думаю. Я тоже при смерти. О, они меня просто пятером вынесли. Да, ты видел, сколько их ходачим туда выбежал обратно? Я выбежал мужика ударить палкой. Молодца! Самое главное, что они-то не забегают. Так, сразу налево. В такую зону практически. Все, стоим, ждем. Да как ты, блин, с такого... Ох, скотина, а? О, вот он. Женщина, близь. Хорош. Двоих вынес. Там все плохо. О, контратака прошла. Ой, я тут чувака за ноги взял и об стенку долбанул. Так, я выдохся. Да, блин, женщина бесит. А эта палка очень неудобная. Это какая-то хрень, блин, просто в руках. Джек Шепард, пойдем со мной, их слишком много. Иди дальше. Я бы рад. Пулеметчик просто стреляет в свою сторону, где ты, а там стена, и он стреляет в стену. Пулеметчик очень умен. Да. Ну ладно, выбрались. Фу. Было довольно коряво, надо сказать. Практически все начало. Да, это как-то пока что не впечатляет. После того, что творилось в конце кампании за Криса. Да. Там вообще был просто эпичнейший эпик. Мы его сегодня пережили, вы это увидите в другой день. All right, where to? О, момент из первой демки. Сейчас нужно зажать X и ломиться, понял? Ладно. То есть не долбить по нему, а зажать. Ну, как обычное дело. Ну да. Наш новый друг. Дружелюбный. Да. Он к нам, по сути, на всю игру, я так понимаю. Потому что который раз мы его уже встречаем. Это тот, помнишь, парень с железным щупальцем? Да, да, да. После нашего приземления в Китае. Ну да. Ох, ему понравилось, я думаю. It's this, Мозифоку. Стандартный, короче. Есть еще ощущение, что он вот так вот выламывает врагов и как-то пожирает их. Или просто он их убивает. Может, это мутировавший Ганнибал Лектор. Да, как-то такое есть сходство. Так, все щемим. Щемим, паца, щемим. Я видел черный экран, как бы говорил. Ой! Ой-ой-ой. Вот это я хотел, когда тут гешит какой-то гигантский парень. Беги дальше, бежим. Ой-ой-ой-ой. У меня эта палка в руках. Чего у меня спрей в руках? Ой. Мне кажется, я бы... Ой! Все плохо. Джейк. Я за тебя. Женщина, всегда что-то происходит. Ну извините. Фу. Все, компания за Джейка искупила все свои косяки. Так, он тебя выслеживает. Может, разделимся? О, мужик. Умер. Опять умер. В сортире кого-то мочим. Ну да. Здесь, кстати, сверху он какая-то есть, туда тебя закинуть, возможно, получится. По-моему, да, по-моему, получится. Так, а что там делать? Патрончики, оп, возможно. И да, патрончики всякие. А смогу ли я идти сюда поднять? Нет, я пока смотрю здесь. А тут есть лесенка, по-моему.
О, сундук. Сундуки ты любишь, да? Я пока в другом месте тут сундуки открываю. Хорошо. Тут спуск вниз есть куда-то. Иду туда, потому что это все равно не по сюжету. Тихо. Короче, как спустишься, ты спустился уже? Да. В саму дверь не беги, вот эту, которую указывает маркер. Угу. А там направо по коридору есть. А, ну вот, вот уже тут все. Вот. Тут был рак, теперь тут его нет. Ну, думаю, тебя как-то можно, наверное, что-то забросить, потому что там 2000 очков умений. Да навряд ли, я сомневаюсь, честно говоря. Синенькая медалька. Так, ну ладно. Иду. Бегать так прикольно, шире. Угу. Вот это место было во второй демке уже. Или нет, опять же, в первой. Да-да, в первой. Я вот вообще не понимаю, что ты говоришь. Короче, они начало каждой кампании спойлерили в этих во всяких демо-версиях. Печально. Да ладно, нормально. С другой стороны, не так много. Ну да. О, чемодан. Дистанционная бомба, говорите. Это хорошо. Сейчас мы будем продолжать драться с этим, как его зовут. Ну, сначала встретимся с местными. Окей. Ой. Предупреждать. Да ты уже что-то туда ворвался, а я уже прицелился, и пулька летела, и... Ну, оно само, шеф, я машинально, да? Как обычно, да. Короче. Так, ну что? Я куда-то наверх забрался. Не надо тебе пока наверх. Отсюда можно спрыгнуть? Ой, здесь враг. Здесь их два, и здесь коробки всякие. О, вот тут вот так. Джек Шепард. Слонобойка тут. Мы еще добежим до этой слонобойки. Надо еще долго бегать. Так, как спрыгнуть? Как спрыгнуть? Во, я могу лесенку тебе скинуть. Скинь. И спущусь. Где-то там эскил. А, вот. Пойду слонобой возьму. А, хотя, в принципе, потом возьму. Сейчас все равно. Нам нужно. Я тут просто без понятия, поэтому я пошел сразу взять. Так, трехствольник. Погнали. Так, ну и вот теперь можешь бегать тут, сколько тебе влезет. Потому что пока мы его, ну, не напугаем, убить-то мы его не сможем, я так понимаю, потому что мы его еще в Китае видели. Может, компания зарева. Катать. Попробуй. Ладно. Ладно. Так, я наверх. Пойди здесь щит. Так, его нужно взрывать именно вот этими бочками. Я так думаю. Слонобой. Прям так называется, офигеть. Ага. Ну, если уж тут называется винтовка, снайперка. Так, я жду его. Давай. Ты оружие-то сменил на простое, да? Ох, мне понравилось. Так, это, по-моему, я зря сделал. Жим! Куда? Чё, он за нами? Он за мной. Веди его за мной, не веди. Нет, пусть он тебя ест. Нет, пусть я. Тут товарищ смоч... Ой, он просто раскрошил моего врага, с которым я пинался. Давай, беги сюда, я готов. Вот он, знаешь, кого напоминает? Он напоминает Немезиса. Ну, такие гигантские твари Немезис обычно и напоминают. Так, Старс такой. Старс. Где ты там? А, вон ты далеко. Давай, но я тебя жду, ты пробежишь. Вполне возможно, он к тебе сейчас придет. Я взорву его. Сейчас я его разозлю, ему далеко бежать. Мальчик. О, о, бежит, бежит, смотри, бежит. А, приготовься. Так, я готов. Давай, иди сюда. Выпрыгивай. Ты поднялся такой, бежал, бежал, потом понял. Ну, давай. Бум.
Хорошо. Можно было еще ударить, но это больно рискованно. Да, я испугался. Не один ты умеешь в рукопашку. Ах, блин. У меня я управление запутался. Я вокруг него начал бегать кругами. Иди сюда, малыш. Ой, блин, да кто-то... Что происходит? Я тут в самом центре. И у меня проблема. Я, похоже, умер. А, нет. Я забыл за жизнь посмотреть. Так, хорошо. Ему на слеповуху и плевать, да? Не знаю. Давай, 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 давай. Взрываю. Не особо так ему вообще понравилось, плевать, походу, да, было? Да нет, ему понравилось. Наемники друг друга валят. Наемники, причем, по-моему, как раз-таки бесконечно респаунятся, так по ощущениям. Поэтому на них особо внимания можешь не обращать, только там очки опыта есть набирать. Нафиг, тварь. Ой. Миллиметраж. Так, вот тут первая демка заканчивалась. Хорошо. Вот такой монстр будет преследовать нас всю игру. Это классно. Да. Мы опять куда-то под землю провалились. Swear, и веселей. Так, здесь 100 очков опыта. 100 очков. Я думал, что я умру в джунглях Южной Америки. Враг меня окружил. Прежде чем я знал, что каждый из моей команды был мертв. I'd lost my gun in the scramble. This bastard comes at me with a knife. Probably thought I wasn't even worth a bullet. Ой, манекены. Беги, братюнь, беги, я тебя прикрою. Bitch. Mercs like me, we don't get a say in how we die. This is how it goes. Ты в порядке? Dying for money is one thing. That's my choice. Закрой глаза, иди. Я буду вести тебя. So. Сейчас такой нервный срыв. Why he's trying to kill me? Брось меня, иди одна. Так, все, лесенка. They want to study the antibodies in your blood, and they don't care if you're dead or alive. I was better off as a mercenary. I'm not gonna let anything happen to you. The world needs you. No, no, not me, just my blood. Тоже видишь. The world can have it. If someone ponies up the dough. Так, мне кажется, мы сейчас выберемся к тому месту, в котором Крис воевал с двумя BOW. С прогиба кинул. Отвечаю, да. Патроны какие-то. А, для слонобойки. Так, тут наверняка что-то есть. Но ты разбил эмблему? Да, эмблему разбил. А, патрончиков нет никаких. Mm-mm. Ну ладно, хорошо. Да, есть ощущение, что сейчас мы столкнемся с тем, с чем сталкивался Крис. Ну, в принципе, это и логично, потому что это происходит в один и тот же момент. Мост уже видели. На мосту там, конечно, было дело. О, пересекаемся с игрой, и в ней играют за Криса, да, там. Сейчас там с ребятами будем другими. Black Eagle 97. У меня плеер 98.1. Нет, он не смог. Тот, который у меня появлялся, он не смог. Так что у меня будет бот бегать вместо него. Ну, то есть у тебя ошибка получается. Тоже присоединение. Да. К сожалению, с нами будут бегать боты, поэтому помощи от них особо не будет. Ну да ладно. Да. Капком, спасибо за отличный сетевой код. Мы сегодня опять, прежде чем записать игру, наверное, полчаса сидели, пытались присоединиться друг к другу просто. Да.
Я реально предлагал Артуру это записать. Потому что все думают, что там все так. И мы сглазили, у нас время связи с сервером и стекло. Так что сколько у нас эта серия вообще шла? Мы сейчас будем просто разделить. 30 минут ровно. Так что да, давай, наверное, сейчас у нас посмотрим, сохранение, наверное, будет. Да, посмотрим, может, сейчас. Ну, в любом случае, короче. Создание игровой сессии мне пишут. Короче, по раздельности уже. Спасибо тебе, Капком. Спасибо, блин, большое. Спасибо, блин, большое. И главное, то же самое место. У нас и там в прошлый раз за Крис играли, постоянно разрывы были связи. Ну, вот там вообще какая-то жизнь была. How do you know that? Claire. Wait. Are you Chris? My sisters told me all about you. Chris, the man is a wanted insurgent. Так, у меня идет катсцена. Ну да. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the US government. He's no threat to the PSAA. But someone pays me to be. What did you just say? Пирс с Крисом уже как родные стали. Типа, эй, братюни. Ну, мы знаем, что тут делать, поэтому мы очень быстро сейчас пройдем этот момент. Да. Но уже в следующей серии, потому что сейчас уже поодиночке, как обычно, ну, не вариант вообще. Надо просто без смысла. Да, так что, собственно, увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и я, Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.